Друзья, всем привет! Скажите, пожалуйста, в чате, как меня слышно? Все ли хорошо? И хорошо ли видно? Потому что мы только что тестировали, и тут какая-то неразбериха была с тем, как работает камера. Да, сейчас я еще выключу музыку, приглушу, и мы будем с вами потихоньку начинать презентацию. Я в целом предлагаю познакомиться сначала с теми, кто меня не знает. Я расскажу чуть-чуть о себе. Меня зовут Олег Курченко, я CEO и основатель компании Binarix. И сегодня мы будем говорить с вами про инвестиции в строительство. И, вероятнее всего, с многими из вас мы уже знакомы, но с кем не знакомы, очень приятно познакомиться. Я предлагаю сейчас для начала начать такой разогрев, когда мы ждем основную массу людей, потому что, скорее всего, люди сейчас в течение буквально ближайших 5 минут подтянутся, и мы начнем уже полноценную презентацию вместе со всеми. Да, я вижу, что вы пишете мне по поводу того, что все слышно, все видно, и это супер круто. Спасибо большое за обратную связь, это супер ценно. Сегодня, ребят, у нас на самом деле такое знаменательное событие, о котором, скажем так, оно происходит второй раз уже. И это знаменательное событие, оно обусловлено тем, что мы запускаем на платформе Binarix новую страну и предоставляем людям возможность инвестировать в новую страну. Для нас это очень волнительно, потому что сейчас это уже становится все ближе и ближе к тому, что мы задумывали, и становится все ближе к тому, что мы хотим дать нашим пользователям, а именно возможность инвестировать в разных уголках мира, в недвижимость, получать пассивный, стабильный доход от недвижимости, либо же зарабатывать на ее росте, на росте ее стоимости. И все эти факторы, конечно, приводят к тому, что мы растим платформу, мы растим нашу пользовательскую базу и стараемся слушать наших клиентов, слушать наших людей, искать верных и надежных партнеров, с которыми мы запускаемся. Вероятнее всего, те, кто уже общался с нашими менеджерами, либо же смотрели на платформе тот новый объект, который сейчас появится, знают, что это будет за объект. И я хотел бы сразу вам сказать о том, что к концу презентации у меня для вас есть еще один сюрприз. Я пригласил специального гостя на эту презентацию, который будет выступать вместе со мной. Вы с ней познакомитесь немножко позже, после того, как я сделаю презентацию. Вероятнее всего, кто-то ее уже видел, кто-то не видел. Но я надеюсь, все из вас узнают сегодня немножко нового, подчеркнут для себя что-то, смогут задать свои вопросы, которые они у них накопились, и мы с вами пообщаемся в такой дружеской, приятной, живой атмосфере. Я вижу, что все больше и больше людей подключается, и это здорово. Я видел, что наши менеджеры со многими уже успели пообщаться. У нас, понятное дело, не такой ажиотаж, как был в самый первый раз, когда мы презентовали продукт стройки, но я вижу, что именно на вебинаре, но я вижу, что все равно людям интересно, и люди сейчас заходят и, соответственно, готовы побыть с нами, узнать что-то новое и, соответственно, немножко подробнее узнать о той новой возможности, которую мы для вас приготовили в этот раз, которая будет находиться в Черногории. И я предлагаю начинать понемногу уже нашу презентацию. Те, кто захотят, зайдут немножко позже и присоединятся, разумеется. И сегодня, как и обычно, мы будем говорить про инвестиции в строительство. И у нас не простая презентация, как я уже упомянул, у нас будет специальный гость сегодня, поэтому оставайтесь до конца, и вы сможете собственными глазами его увидеть и, соответственно, позадавать ему вопросы. И сегодня у нас точно так же второе знаменательное событие – это возможность инвестировать в следующую локацию, в новую локацию, которая появляется на Binarix, а тем более с очень крутым премиальным брендом Duclay. И, следовательно, там, я немножко позже расскажу о этом бренде, я немножко позже расскажу о тех объектах недвижимости, которые Duclay строит.
и, соответственно, вы о них узнаете более подробно. Но для начала я бы хотел поговорить с вами о том, как вообще, в принципе, происходят инвестиции, и, вероятнее всего, каждый из вас знает, что там, чем раньше инвестируешь, тем выше будет прибыль. И это касается всегда, когда речь идет о недвижимости. И расскажу вам небольшую историю. Мы изначально, когда начинали строить Binarix, мы строили его с того, что мы хотели дать людям возможность зарабатывать деньги на недвижимости, чисто как пассивный доход построить с объектов недвижимости, которые приносили аренду. Но потом мы поняли, что даже если у нас есть такая цель, то мы можем дать возможность нашим пользователям инвестировать на более ранних этапах и, соответственно, точно так же увеличить свои доходы от доходы, которые генерируют объекты недвижимости от аренды, точно так же можно за счет того, что будет инвестиция на более ранних этапах. И поэтому я начинаю презентацию свою именно с этого. Дополнительно хочу рассказать о том, какой путь, вот как я уже начал, о том, что с чего Binarix начинался. И те, кто были с нами еще только в начале нашего пути, мы запустились в марте 2023 года. И в марте 2023 года у нас было ровно ноль пользователей. Но спустя несколько месяцев, а точнее уже практически полтора года, нам начало доверять значительно больше людей. И сейчас у нас на платформе более 12 тысяч зарегистрированных пользователей. Я думаю, эта цифра даже уже перевалила за 12 тысяч, потому что последние дни люди очень активно регистрировались, и мы эти слайды еще не обновляли цифры, но на следующую презентацию я вам обещаю, я уже поделюсь новыми, свежими, самыми свежими цифрами с вами. И понятное дело, что люди инвестировали более 1,2 миллионов долларов в недвижимость с нами и уже получили 100, более чем 100 тысяч долларов от арендной, скажем так, от того, что аренду генерировали те объекты недвижимости, в которые они инвестировали. И, как я уже говорил ранее, это, вероятнее всего, будет вопрос, на который каждый ответит «да». И, следовательно, если спросить любого человека, хотел ли бы он зарабатывать больше, либо получать большую доходность от аренды, либо же вообще, в принципе, в своей жизни, я думаю, не найдется ни одного человека, который ответил бы «нет, мне деньги не нужны, я не хочу, скажем так, зарабатывать». Поэтому мы и построили тот продукт, о котором я сегодня буду говорить. И, следовательно, для того, чтобы зарабатывать большую доходность, в том числе на аренде, нужно инвестировать на другом этапе в недвижимость, а именно на начале строительства, либо уже в процессе строительства в объект недвижимости. Да, конечно, это все влечет за собой то, что присутствуют дополнительные риски, но мы, как платформа Binarix, убираем эти риски, потому что стараемся работать исключительно с проверенными застройщиками и, соответственно, на них взваливать, скажем так, эту ношу. И сегодня я подробнее расскажу, какая ноша взвалена на плечи того застройщика, с которым мы уже начинаем работать. И, следовательно, вы можете быть уверенными в том, что вы получите высокую доходность вместе с нами, и, следовательно, уровень риска у вас будет достаточно умеренный, и, следовательно, вы сможете сделать этот простой шаг, простой путь. Помните, что я в начале своей презентации говорил о том, что люди могут зарабатывать больше за счет того, что они инвестируют в строительство. И у нас есть понятная статистика, потому что более 90% наших пользователей спрашивали у нас, когда общались с нашими менеджерами, когда общались с нашей службой поддержки, о том, когда же они уже все-таки смогут вместе с нами начать инвестировать в строительство. И, понятное дело, мы создали этот продукт для вас и внесли, скажем так, в этот продукт, принесли всю нашу душу, потому что я подсчитывал, вот буквально недавно мы делали анализ, планировали наперед, что мы будем создавать, да, как мы будем строить эту платформу. И я подсчитывал, какое количество итераций, какое количество раз нам пришлось переосмыслить и переделать
тот продукт, который я вам сегодня буду презентовать, тот продукт, о котором мы с вами говорим, а именно инвестиции в строительство. Потому что то, что вы видели, то, чем вы пользовались уже, либо будете только пользоваться сейчас, оно в корне отличается от того, как это задумывалось изначально. И я очень рад тому результату, к которому мы пришли. И понятное дело, что все прекрасно понимают, что стройка – это большая доходность, и с нашими объектами недвижимости можно получать до 40% годовых сейчас, инвестируя на этапе строительства. И, как вы знаете, Binarix – это платформа токенизированной недвижимости. И я бы хотел вам привести обычный пример. Я сейчас, для тех, кто не знает, объясню. Есть два показателя, как считать доходность от своих инвестиций. Первый показатель – это APR. Если другими простыми словами, это среднегодовая доходность. И второй показатель – это ROI. Это рентабельность инвестиций, либо же доходность на ваш капитал. Чем они отличаются? Тем, что когда вы, например, инвестируете 10 тысяч долларов на полгода и зарабатывая и при ставке 20%, например, возвращаете за полгода своих инвестиций, то ваш ROI будет 20%. Но так как вы за полгода этот капитал смогли обернуть, это значит, что вы сможете обратно те же самые 10 тысяч долларов реинвестировать. Поэтому показатель APR, он будет отличаться, и он будет в два раза больше, ну, если это в рамках, понятное дело, 6 месяцев. Сейчас у нас на слайде представлена опция, где рассчитывается доходность за 7 месяцев, и вы можете видеть ее точно так же в сравнении с другими инвестиционными инструментами, в которые, вероятнее всего, каждый человек задумывался инвестировать когда-то. Это может быть золото, это могут быть европейские депозиты, в европейские, либо же любые другие банки. И, следовательно, это все дает такую огромную возможность для инвестиций, но не дает того дохода, который могли бы дать недвижимость. И, следовательно, мы сейчас вот вместе с Binarix, благодаря тому, что мы даем возможность каждому человеку инвестировать с помощью долевого участия в эту недвижимость, открываем такую уникальную возможность. И мы стараемся подобрать лучшие объекты и напрямую от самых проверенных застройщиков. И сейчас вы можете видеть, да, там то, что эта презентация делается в связке между Binarix и Duklee. Duklee – это огромный застройщик в Черногории, у которого есть ряд своих проектов, которые он ведет. И мы делаем все, что от нас зависит, для того, чтобы работать только с такими застройщиками. И давайте предположим, что вот у каждого из вас есть возможность инвестировать в стройку самостоятельно. Да, там у вас есть достаточное количество капитала для того, чтобы это сделать. Какие тогда преимущества для вас может дать Binarix, если же вы все-таки отважитесь инвестировать с нами, например, там не в один объект недвижимости целиком, а в несколько объектов недвижимости, но дробно? В первую очередь, все те пункты, которые вы сейчас видите на слайде, вам нужно будет пройти самостоятельно. Вам нужно будет проверить все от начала и до конца по этим пунктам, для того, чтобы убедиться, что тот объект недвижимости, в который вы инвестируете, он имеет надежность. Застройщик точно так же имеет надежность, и вам нужно будет проверить огромное количество информации и, соответственно, пройти весь этот путь, который мы проходим уже за вас. Поэтому вы можете быть уверенными, что наши объекты недвижимости, они отобраны, они имеют знак качества и, соответственно, уже сделан определенный аудит. Но я много говорил о том, что классно инвестировать в стройку, классно инвестировать там через Binarix, и много поговорил о том, что какая же доходность вас может ожидать. Но давайте разберемся о том, как это работает. Для тех, кто еще не знает, как вообще происходит процесс у нас на платформе, я буду стараться объяснить очень простым языком. Процесс, понятное дело, он разложен на большее количество этапов, но если уместить это все вот так вот очень просто, то в первую очередь, когда к нам приходит застройщик, либо же владелец собственности и размещает свой объект недвижимости, то мы делаем аудит застройщика и заключаем, или же объекта недвижимости, и заключаем договор о том, что в него можно уже инвестировать. Далее, Binarix оформляет и создает
компанию, в которую люди будут инвестировать деньги и, соответственно, выпуская доли в виде токенов, в которые люди покупают. Далее, когда после того, как инвесторы приобрели этот объект недвижимости, происходит сделка купли-продажи через юридическую компанию, которая будет обслуживать конкретный объект недвижимости, и после окончания строительства любой человек сможет принять для себя решение, что ему делать с его конкретно инвестициями. И это может быть либо же выход из инвестиций, то есть когда объект недвижимости полностью продастся, вы заработаете свой капитал, либо вы сможете конвертировать ваши доли в доли объекта, в доли, которые будут приносить арендный доход. И, следовательно, это дает очень гибкую возможность для того, чтобы объект недвижимости или продался, или же вы бы могли участвовать в нем самостоятельно для того, чтобы делать эти инвестиции. И Binarix предоставляет спектр вот как раз-таки таких возможностей. Немножко позже расскажу, как это работает. Если у вас будут еще вопросы, вы можете задавать их в чате в любом случае. Не стесняйтесь, спрашивайте. Я после презентации дам ответы на все вопросы. И хочу также рассказать, как же происходит. В чем отличие вот вообще, в принципе, вот на платформе Binarix инвестиций в готовую недвижимость и инвестиций в строительство? Потому что это две тотально разные возможности. Если мы говорим про инвестиции в готовые объекты недвижимости, там все просто. Там нет никаких этапов у проекта. Объект недвижимости уже построен, и вы можете просто инвестировать в него и получать арендный доход. Но когда мы говорим про стройку, здесь возникает очень много вопросов, на которые хочется получить ответы. А что, если застройщик не достроит? А что, если, например, там деньги не соберутся на начальном этапе для первого взноса? И мы продумали весь этот процесс и постарались сделать его максимально прозрачным на каждом этапе. Поэтому каждый из вас может зайти на платформу, посмотреть объекты недвижимости, которые там уже представлены, и увидеть полностью всю информацию про то, на какой стадии находится объект недвижимости по строительству, на какой стадии по сбору денег находится он и так далее. И если разложить это все на точно так же там 4 простых шага, то это будет выглядеть следующим образом. Первоначально собирается первый взнос в размере 30%, который необходим для того, чтобы начать инвестировать в этот объект недвижимости. После того, как первоначальный взнос собран, то деньги уже не возвращаются. Они идут застройщику, и застройщик начинает строить этот объект недвижимости. Если же первоначальный взнос не собран, то в течение определенного срока, то деньги возвращаются обратно инвесторам. Когда уже идет финансирование строительства и сбор остальных денег, там начинает включаться наш уникальный алгоритм, о котором я вам немножко позже точно так же расскажу. И этот уникальный алгоритм дает возможность любому человеку заработать и на, скажем так, на каждом этапе строительства и, следовательно, принять решение, когда ему выгоднее или интереснее инвестировать в тот или иной объект недвижимости. И после этого, после того, как строительство закончено, происходит продажа объекта недвижимости либо у нас на платформе, либо же во внешнем мире. И вы получаете свои деньги и выходите из той инвестиции, которую вы сделали. Все достаточно просто, в 4 простых этапа, но это занимает немножко времени, в зависимости от того, сколько объект недвижимости будет строиться и сколько он будет продаваться. Но все эти прогнозы вы можете увидеть у нас на платформе. Эти прогнозы спрогнозированы не просто так, они спрогнозированы самими застройщиками. И, соответственно, застройщики несут точно так же определенные риски, потому что те застройщики, с которыми мы сегодня подписываем договора, например, Дуклей, они говорят, что они самостоятельно дофинансируют свой объект недвижимости, если же не соберется полное количество денег на все строительство. И это еще не все, друзья. Я еще не говорил этого, но в Дуклей сейчас есть возможность инвестировать не просто на раннем этапе, да, как это было у нас уже там с двумя объектами недвижимости, которые мы продавали ранее, а можно инвестировать при уникальных, я бы сказал, возможностях, потому что мы пообщались с застройщиком, и этот застройщик предоставил нам возможность по стандартной цене, которая была на начале строительства, зайти в этот проект. Но проект построен уже на 70%. И выхода
до выхода из инвестиций осталось не так много времени, порядка 7 месяцев. И, следовательно, точнее, до конца строительства осталось порядка 7 месяцев. И, следовательно, это дает возможность инвестировать, и это, вероятнее всего, как мне видится, будет первый объект, из которого вот мы прям простроим всю эту цепочку, и из которого можно будет выйти. И, следовательно, мы будем делать все для того, чтобы все прошло как можно более гладко. Но как это работает, как устроен выход из инвестиций? Давайте разберемся. Застройщик на раннем этапе привлекает деньги для того, чтобы начать строительство. Понятное дело, он дает определенную скидку на свой объект недвижимости. И люди могут купить его. Начальная цена сейчас стоит 385 тысяч на тот объект, который мы сейчас будем презентовать вам. И когда люди покупают свои доли, то цена объекта недвижимости дорожает с тем, как он строится. На каждом этапе его стоимость становится дороже. И после конца окончания строительства застройщик уверяет, что он готов будет продать этот объект недвижимости за 440 тысяч долларов. И, следовательно, все из вас, кто решат выйти из этой инвестиции, вы сможете получить свою долю. Кто захочет остаться, точно так же вы сможете получить свою арендную прибыль, потому что застройщик дает гарантии на 3 года по минимальной доходности этого объекта недвижимости. И давайте разберемся для тех, кто не знает, как устроен этот уникальный алгоритм, о котором я упоминал уже ранее, как устроен и как он работает на нашей платформе. Как я уже говорил, мы старались сделать максимально и выгодные условия для любого человека на каждом этапе строительства. Поэтому мы создали алгоритм, благодаря которому стоимость объекта недвижимости дорожает от этапа к этапу. И выглядит это все достаточно просто. Мы начинаем со стартовой цены, когда продаем доли по, там, например, 36 долларов 90 центов. И эта цена плавно растет до 39 долларов и 30 центов. Но на выходе есть вот эта разница, которую вы как раз-таки и зарабатываете. И, следовательно, на каждый отдельный объект недвижимости выпускается 10 тысяч частей, и с покупкой каждой части просто-напросто дорожает стоимость следующей. Давайте я продемонстрирую, как это сейчас выглядит на платформе, и что вы, скажем так, можете ожидать, что вы можете видеть. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Секундочку. Подскажите, пожалуйста, видно ли... Сейчас, секунду. Да, подскажите, пожалуйста, видно ли экран, все ли хорошо с демонстрацией, либо есть какие-то вопросы? Отпишите, пожалуйста, в комментариях, друзья. Это очень поможет мне понять, все ли четко, все ли видно. О, супер. Спасибо большое, да, за обратную связь. Пойдемте дальше по платформе. Я сейчас подключился на нее с моего аккаунта. И, как вы видите, у нас уже есть несколько объектов недвижимости, которые мы профинансировали благодаря нашим инвесторам на стадии строительства, и они уже в активном процессе строительства. И хочу объяснить вам точно так же, как вообще сейчас будет варьироваться. Мы разрабатываем отдельный дополнительный алгоритм варьирования самых выгодных объектов недвижимости на платформе. То есть это просто будет обычная сортировка, которая будет показывать самый доходный объект недвижимости по вот этому показателю APR. И, как вы видите, у Дукли она будет сейчас значительно выше, но как только вы начнете инвестировать, этот APR, он начнет снижаться, потому что стоимость токена будет расти. И, следовательно, там, он остановится на каком-то определенном этапе, потому что ему нужно будет еще там дособирать денег в дальнейшем до окончания строительства. Но с ростом, точнее, когда уже выросла цена, то время строительства, оно будет уменьшаться. И, следовательно, этот показатель APR тогда будет начинать расти. И таким образом мы постарались создать саморегулирующийся механизм, который помогает инвесторам выбирать наиболее выгодные в данный момент
инвестиции в объекты недвижимости. И давайте посмотрим, да, там вообще, в принципе, как выглядит платформа и что, из чего она состоит. Я, наверное, разберу на уже готовом примере, да, пройдемся сейчас быстро по Дукле, а потом я покажу, как выглядят инвестиции на готовом примере. Сейчас здесь нет кнопки «Купить», здесь есть возможность записаться в лист ожидания, и, следовательно, каждый человек сможет сделать приобретение этого объекта недвижимости. Здесь на платформе есть полноценно вся информация, фотографии объекта, его стадия строительства, как это работает с инструкциями, вы можете посмотреть эти инструкции, с информацией о том, как будет дорожать стоимость одной доли или токена, сколько денег нужно собрать для того, чтобы началось финансирование этого объекта недвижимости на начальной стадии, и, следовательно, потом остальных промежуточных стадиях. Этапы этого финансирования более подробно расписаны, инвестиционные циклы, как происходит стройка этого проекта, и инвестиционный калькулятор, который вам поможет понять, сколько денег вы сможете заработать, если инвестируете определенную сумму в данный момент. Здесь есть информация о том, что это за объект недвижимости, вы можете посмотреть видео, и я вам признаюсь честно, я сам был в Черногории, я ездил по этим равнинам, и это было, сколько, наверное, года 3 или 4 назад, когда мы выполняли путешествие, и это безумно красивая страна с невероятными каньонами, с невероятными горами и очень красивыми, в том числе, лесами, озерами и так далее. И, следовательно, вот тот объект, который сейчас мы предлагаем, он находится в невероятном месте, о котором вам расскажет немножко позже та девушка, наш специальный гость, о котором я говорил уже. И я не буду делать продажу объекта недвижимости, потому что я думаю, она лучше меня справится. Но точно так же вы можете посмотреть, на каком этапе строительства сейчас находится этот объект. Вот это фотографии за июль 2024 года. То есть вы можете видеть, что уже стоят стены. Точнее, давайте начнем сначала. Есть фундамент. Есть стены, и даже некоторые дома уже начали облицовываться, и, соответственно, там начинает делаться ремонт. Поэтому стройка этого комплекса на данный момент завершена практически на 70%. И, следовательно, это дает огромное преимущество, потому что заходим мы в эту инвестицию по цене, как будто бы ничего еще не построено, потому что мы договорились напрямую с застройщиком. А получаете уже на 70% построенный объект недвижимости. И, следовательно, сроки ожидания невероятно низкие. Поэтому, ну, я считаю, что такого предложения на самом деле, вероятнее всего, уже не будет. Точно так же для тех, кто, скажем так, у кого появляются какие-то дополнительные вопросы, когда он уже инвестировал, либо же когда он только хочет инвестировать, если вдруг там нету менеджера у вас, то вы можете увидеть все вопросы, которые чаще всего задают, и мы обновляем постоянно этот список. Вот здесь вот в этом списке внизу странички, и я думаю, что здесь есть большинство ответов на ваши, на интересующие вас вопросы. Но если вы не нашли ответы на вопросы, всегда вы можете обратиться к нашей службе поддержки, и она поможет вам в любой момент, решит любой вопрос, который у вас может возникнуть. Давайте все-таки посмотрим, как выглядят инвестиционные экраны, для того, чтобы вам было более понятно. Вот так будет выглядеть форма с покупкой токена. Можно будет ввести любую сумму и, следовательно, сделать покупку токена. Я сейчас не буду делать, я оставлю свои деньги на тот момент, когда будет доступно к покупке вот как раз-таки новый объект недвижимости. И после того, как вы купили уже свои токены, да, свои доли, то у вас будет ваш собственный график, и вы сможете посмотреть, сколько денег вы уже заработали на ваших инвестициях в процессе того, как они растут, как дорожают токены, потому что следующие токены, которые будут покупать люди, следующие доли, они будут стоить дороже. И поэтому с каждой следующей купленным
доли, с каждой следующей купленной долей, то ваша доля точно так же будет расти. Как, например, вот вы можете видеть, у меня есть две мои инвестиции, одна из которых подросла уже на 16%, вторая всего на 0,63%, но это потому, что не так много времени прошло. Я уверен, что в ближайшем будущем люди начнут покупать больше этого объекта тоже, когда доходность на него вырастет. И, в принципе, вот так вот выглядит платформа. Любой из вас может использовать, скажем так, наш кошелек внутренний или же платежную систему, пополнить свой счет с помощью кредитной карты, с помощью криптовалюты, либо же с помощью других источников. И наши менеджеры могут помочь вам с любыми способами пополнения. И, как я уже говорил ранее, как я уже разбирал, то у нас выстроен определенный алгоритм. И сейчас я покажу вам два сценария, по которым может происходить ваша инвестиция. Первый сценарий, когда вы инвестируете на самом раннем этапе. И сейчас здесь есть просчет для того объекта недвижимости, о котором мы говорим. Это, следовательно, Дуклей. И при инвестиции в 10 тысяч долларов на срок 7,5 месяцев вы сможете за 7 месяцев получить примерно 32%, 32% годовых, либо же 19,2% возврата на вашу инвестицию. И если вы все-таки воздержитесь от этой инвестиции, это тоже не беда, потому что вы сможете инвестировать на более поздних этапах, и, следовательно, ваша доходность, именно годовая, будет сравнительно такой же практически, как и на ранних этапах. Но, понятное дело, показатель возврата инвестиций на капитал будет немножко ниже. И это работает достаточно просто. Расчеты эти можно увидеть в калькуляторе и, соответственно, все это посчитать. А сейчас, друзья мои, я хочу пригласить вместе со мной сейчас на эту сцену замечательную юную леди из компании Дуклей. И она расскажет вам более подробно о той инвестиции, которую вы сейчас сможете сделать, расскажет вам о том, как же, что это за бренд. И, следовательно, у нас, скажем так, первая такая презентация на русском языке вместе с гостем. Поэтому я хочу вам представить Марию. И, Маша, слово тебе. Добрый день! Всем теплый привет из солнечной Черногории. Я нахожусь сейчас в городе Будва в нашем флагманском проекте Дукли Гарденс, который радует наших клиентов и инвесторов еще с 2014 года. Рада всех приветствовать. Большое спасибо за интерес к нашей компании. И мы очень рады, что мы в сотрудничестве с коллегами из Binary сегодня можем предложить действительно такой потрясающий продукт, как токенизация нашей недвижимости. Я хочу вам рассказать буквально пару слов о Дукли, если вы еще не были в Черногории. Дукли является одним из самых узнаваемых и уважаемых брендов в сфере премиального девелопмента и гостеприимства во всем регионе. Мы здесь присутствуем с 2010 года, когда мы начали развивать свои проекты, и сейчас можем похвастаться уже двумя реализованными real estate проектами, которые находятся в городе Будва. Это здание возле старого города Дукли Residences и роскошный курорт Дукли Гарденс, который также известен как Дукли Hotel and Resort, где я нахожусь прямо сейчас. Здесь внутри мы предлагаем и недвижимость для приобретения, и недвижимость как инвестиционный продукт, когда мы берем полностью под управление, а также мы представлены как один из самых роскошных объектов размещения во всей Черногории. Если вы ищете отели 5 звезд, то вам обязательно выйдет Дукли Hotel and Resort. И помимо этого у нас есть еще один продукт, это четырехзвездочный отель «Гармония», который находится также здесь, и просто мы его продвигаем, скажем, как дополнительный объект размещения к нашим роскошным апартаментам и номерам.
Помимо этого, мы славимся своей инфраструктурой. У нас внутри нашего комплекса есть международная школа, детский сад, 3 приватных, можно сказать, культовых пляжа, 7 ресторанов, один из них наш главный знаменитый Дукли Сифронт, а также эксклюзивный кошерный ресторан, который является единственным у нас здесь в регионе. И весь наш большой и успешный опыт мы сейчас рады представить на 2 новых локациях в Черногории. Это роскошный порт в Тивати, главная марина Средиземноморья, где мы начали уже в прошлом году строительство комплекса The Dreams by Dukli. Мы строим здание в шаговой доступности от всех главных достопримечательностей и Тивати, и Бока-Которского залива. А также мы рады представить в эксклюзивной локации всего в 5 минутах от главных ски-центров страны на севере возле национального парка наш проект Mountain Retreat by Dukli, где мы и предлагаем вам уникальную недвижимость купить еще на этапе строительства. Завершение этого проекта мы планируем уже этой зимой. И, к слову скажу, помимо виртуальных проектов и инвестиций в токены, мы продали уже достаточное количество резиденций наших живым клиентам, в основном те, кто уже инвестировали в Дукли, кто проживает в Черногории. Поэтому действительно, как Олег и сказал, мы заканчиваем всего через несколько месяцев. И, кстати, там вот был вопрос про фотоотчеты строительства. Мы каждый месяц шлем репорты всем нашим существующим инвесторам о том, как у нас проходят работы. И фото, и видео, плюс регулярно наша команда посещает проект, есть возможность у наших клиентов даже видеообзоров наших присоединяться, поэтому действительно мы всегда на связи, и вы можете вживую наслаждаться проектом и тем, как он подходит к своему завершению. Еще пару слов очень важных о компании Dukli. Мы славимся тем, что мы в свое время были первыми во всем регионе, кто начал принимать криптовалюту для оплаты недвижимости в наших комплексах. Еще в далеком 2018 году я была тем менеджером, который сделал первую сделку на Балканах с оплатой криптовалюты. У меня до сих пор есть фотография этой папочки в кабинете нотариуса. Это было во всех новостях, во всех газетах. И основное о нашем бренде – это наша репутация, информация открыта, вы можете нас найти на сайтах про недвижимость, на сайтах про элитный туризм, вы можете видеть публикации о нас в различных журналах. То есть мы действительно уже много лет являемся серьезным девелопером и игроком в отельном бизнесе. И теперь мы пошли еще дальше, и совместно с нашими партнерами мы даем такую прекрасную возможность вступать в владение собственности в Дукли, не дожидаясь, пока вы скупили полную стоимость. Да? То есть она значительно выше, чем то, что мы предлагаем сейчас вам с нашим уникальным продуктом с компанией Binance. Но главное – это то, что мы даем гарантированный доход от сдачи недвижимости в аренду. Соответственно, неважно, вы приобрели юнит целиком или вы приобрели юнит пополам с вашими друзьями, с вашими приятелями, право собственности может быть и на двоих, вы пошли гораздо дальше, и теперь у вас есть возможность стать соинвеститором и соинвестором с максимально низким бюджетом входа, но уже на него иметь гарантированный доход. Поэтому мы рады, что мы развиваемся и всегда являемся трендсеттерами. Я думаю, что в этом случае не только в нашем регионе, но и во всем мире, потому что у нас, в принципе, в Европе только начинают люди узнавать, что это такое, и когда мы повесили информацию на наш сайт, у нас просто шквал вопросов, в принципе, о том, что такое токенизация, даже не о том, как будет им приходить доход, а о том, что это такое. Еще раз повторюсь, бренд Dukli – это синоним качества, инноваций и роскоши. И мы гордимся тем, что создаем не просто недвижимость, а стиль жизни, который соответствует самым высоким стандартам и ожиданиям нашим клиентам, а также даем великолепные возможности для инвестиций.
Олег. Супер, Николаев. Спасибо. Да, спасибо большое, Маша. Спасибо большое за то, что ты нашла время и присоединилась к нам. Я надеюсь, ты задержишься еще ненадолго, еще на буквально 20 минут, потому что мы уже подходим к концу, да, и хотелось бы, вероятнее всего, у наших зрителей будут еще вопросы, поэтому, да, я, когда мы придем к вопросам, я обязательно тебя снова подключу на сцену. Спасибо тебе большое за презентацию и спасибо большое за то, что нашла время. Друзья, Маша, кстати, напомнила мне такой важный момент, то, что действительно, я забыл даже об этом, сейчас на сайте Duklee вы можете зайти, сайт очень простой, duklee.com, и посмотреть, там уже есть у них баннер, где они действительно официально презентуют возможность покупки долевыми частями, то есть это прям официальное, такое глубокое и серьезное партнерство. И я бы хотел сейчас разобрать с вами еще примеры инвестиционных стратегий для инвестиций именно в этот объект недвижимости. Есть две основные стратегии, которые работают достаточно просто. Вы можете инвестировать на начале строительства и, следовательно, в течение, после того, как строительство закончится, перепродажа объекта недвижимости может занять до 5 месяцев, и, соответственно, вы можете в этот момент получать доходность от аренды. И при этом вы получите где-то около 2213 евро на 10 тысяч евро инвестиций. И, следовательно, там, если рассмотреть еще один способ, с помощью которого можно инвестировать, он достаточно прост. Это вы инвестируете 10 тысяч евро, Duklee гарантирует, что в течение 3 лет он будет выплачивать 8% годовых, и после того, как заканчиваются эти 3 года, вы выходите из своей инвестиции уже с большей доходностью и уверенностью в том, что этот объект недвижимости принес вам определенную доходность. При этом всем вы можете точно так же использовать вторичный рынок и, следовательно, на вторичном рынке продавать ваши токены, если же вы конвертируете после окончания строительства токены этого объекта недвижимости в арендные токены на платформе Binaryx. То есть возможностей для выхода из инвестиций достаточно много, и, следовательно, вы просто самостоятельно выбираете, какую использовать именно вам. Как я уже показывал вам, у нас есть инвестиционный калькулятор, благодаря которому вы сможете посчитать вашу доходность на вашу сумму. Просто вбейте сумму, которую вы захотите инвестировать, и он все посчитает за вас. А сейчас, друзья мои, мы будем переходить к вопросам и ответам. Но один момент. Сканируйте этот QR-код и, соответственно, переходите на наш сайт, потому что через 20 минут начнется продажа объекта недвижимости уже, и, следовательно, каждый из вас сможет принять участие в этой инвестиции. И я считаю лично, что это одна из лучших инвестиций, которую мы предлагали сейчас до этого момента, потому что объект недвижимости, который построен на 70%, купить по себестоимости, ну, это просто нонсенс. И я уверен, что таких предложений, как я уже говорил, больше не будет. Сейчас давайте пообщаемся с вами. У нас есть еще на это время. Задавайте ваши вопросы в чат. Я сейчас снова на сцену добавлю Машу, и мы с вами все вместе пообщаемся. Да, Маша, я тебя снова добавил. Когда будешь готова отвечать, можешь включать микрофон. И давайте перейдем к вопросам. Так, Вадим, прошу к объекту прикрепить документы на строительство, то есть что есть на местном языке и невозможно их изучить. Хорошо, Вадим, я так понимаю, вам нужны переведенные документы на русский либо английский язык, я верно понимаю? Если да, то отпишитесь в чате. Маша, это тогда к тебе просьба, чтобы ты попросила команду быстро сориентироваться и предоставить эти документы, поэтому все сделаем, все прикрепим. Да, конечно, правильно? У нас уже все имеется, мы можем дополнительно с большим удовольствием доставить, но раз переписка идет на русском, мы можем сделать на русском. Окей, супер, спасибо большое. Тогда, да, мы разместим в течение, я думаю, там
нескольких часов после окончания вебинара, если ребята-разработчики еще не спят. А я думаю, что большинство из них скоро уже пойдет спать, потому что... Что в Черногории уже почти 8 вечера, и юридическая служба, наверное, уже недоступна, но мы это сделаем в ближайшее время, как и договорились. Да, окей, окей, хорошо. Тогда завтра утром будет уже все на платформе. У нас, кстати, сейчас я нахожусь на Бали. Я буду здесь еще где-то около 2 месяца. У нас уже практически 2 часа ночи. Поэтому, друзья, я вас всех очень сильно люблю. И, знаете, нахожусь здесь на презентации. Стараюсь, скажем так, отдавать всего себя вам. Ребят, задавайте вопросы. У нас есть немного времени еще на то, чтобы их ответить, потому что я Маше обещал, что мы вложимся ровно в час. И я обязан, как джентльмен, выполнить это обещание. Вижу, что от Константина поступил вопрос, когда начнет расти цена на токен на вторичном рынке. Это вопрос уже ко мне. Константин, мы готовим в ближайшем будущем обновление вторичного рынка, и можно будет устанавливать цену на токены на вторичном рынке самостоятельно. Это будет первый этап. Следующий этап – это динамическое определение цены объекта недвижимости по нескольким факторам. Мы сейчас разрабатываем алгоритм, как это сделать. Я вам признаюсь честно, никто в мире еще этого не делал, чтобы стоимость объекта недвижимости отображалась в онлайне, в живом формате. И это достаточно комплексная, такая глубокая, тяжелая задача, на которой нужно поработать. Мы сейчас разрабатываем, как я уже сказал, алгоритм, и вероятнее всего он будет состоять из множества составляющих, первая из которых будет это меняющаяся цена на вторичном рынке, вторая – независимые аудиты с какой-то периодичностью от третьих компаний, третья – это, возможно, искусственный интеллект, который будет собирать данные про объекты недвижимости, которые были проданы в данном регионе с похожими параметрами. И, следовательно, мы сейчас думаем, как вот это вот все вместе совместить. Но в течение нескольких следующих месяцев появится уже первая итерация этой возможности. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, и мы стараемся сейчас развивать продукт, расти. И на самом деле, я вам скажу так, сейчас готовится очень масштабное крупное обновление. И это масштабное крупное обновление будет затрагивать интерфейс пользователя очень сильно, в хорошем смысле. Плюс готовится удобство использования платформы, потому что мы планируем добавить новые возможности оплаты кредитными картами и, следовательно, упростить жизнь каждому пользователю. Плюс одно из маленьких обновлений, которое будет присутствовать на вторичном рынке точно так же. Я помню просьбу от наших инвесторов уже текущих, чтобы было видно, какие сделки сейчас самые актуальные и как происходит торговля токенами. То есть было видно история сделок не просто в блокчейне, да, а уже на платформе она отображалась. И мы сейчас вот как раз тоже делаем дизайн для этого решения, и оно достаточно просто реализуется, потому что вся информация это у нас есть, и все возможности для этого есть, поэтому скоро тоже предоставим. Да, Константин, буду рад за вашу обратную связь, если я ответил на ваш вопрос. Маша, подскажи, пожалуйста, по сезонности. Вероятнее всего, да, там сейчас вот Калашин, там, где строится этот объект недвижимости, который мы сегодня презентовали. Подскажи, пожалуйста, почему вот именно этот регион будет развиваться и расти? Это же небольшой город, правильно? Абсолютно верно, это город небольшой, и, к сожалению, очень многих людей, даже проживающих в Черногории, есть стереотип, что север – это про горнолыжные курорты только, и это про зиму. На самом деле, последние годы летний сезон, он гораздо дольше, он гораздо более активный и гораздо более прибыльный, чем зимний. Все-таки высоты у нас не очень большие, это 1450 и 1600,
Снег у нас есть, мы с удовольствием катаемся. Вот сейчас я сижу возле моря в Будве, отсюда мне ехать 2 часа 25 минут, и мы будем на 1450 и катаемся на лыжах. Но наверху нас ждут потрясающие природные богатства, которые абсолютно великолепны в любое время года. И, например, сейчас можно там даже зайти на Booking, посмотреть цены. Вот я сама буду сейчас как раз на выходных там. Стоимость ночи за номер на двоих начинается от 200 евро в обычной гостинице. Многие дома просто все раскуплены вперед. Мы недавно тоже с ребятами искали виллу, потому что очень большой спрос, в принципе, во всем регионе, особенно в летние пиковые месяцы, когда в июле-августе у нас, извините, бывает плюс 36, у нас огромное количество туристов на пляжах, в отелях. Мы этому все очень рады, но так как мы живем здесь круглогодично, все уважающие себя семьи обязательно уезжают на неделю-две, кто-то и дольше, на север и проводит там время. Огромное количество активностей, которые можно реализовать на любой вкус. Там постоянно проходят какие-то ретриты, какие-то кемпинги, но помимо этого можно просто себе на день создать активность и покататься на лошадях, и на квадроциклах, и хайкинг, и трекинг, и с профессиональным гидом русскоязычным, или просто пойти по картам, которые разрисованы. То есть, что касается заполняемости, мне кажется, что последние годы некоторые объекты размещения могут даже конкурировать с побережьем. Потому что побережье у нас, как ни крути, к сожалению, часто в головах привязывается к морю и к температуре моря. Вот. А наверху все всегда готовы надеть еще жилетик и пойти восхищаться природными красотами и заниматься спортом или просто каким-то outdoor activities. Поэтому все больше и больше вкладывает, и в том числе государство, в развитие этого региона как летнее направление, а не только зимнее. Ну, а зимнее уже давно сформировано. У нас там порядка сейчас 17 трасс построили, самый верхний подъемник пару лет назад. И вообще этот регион, почему так сильно раскрутился, он у нас входил в программу получения гражданства через инвестиции. И Калашин, и все, что вокруг, получили огромные инвестиции со стороны, наверное, практически всех девелоперов страны, потому что все хотели в этом участвовать. Это привело к появлению новых подъемников, новых отелей, новых ресторанов, новых магазинов, и совсем даже стоимость квадрата у нас изменилась значительно за последние 3 года. Я могу бесконечно рассказывать про... Слушай, ну это очень комплексно было, да, я на самом деле... Я бы так не рассказал, это 100%, да, поэтому здорово то, что ты здесь присутствуешь, и это хороший на самом деле фактор, потому что это показывает, что да, действительно регион развивается и растет. Я вижу, один новый вопрос появился от Вадима, один новый вопрос появился от Вадима, что не до конца понял, как, когда продастся объект недвижимости по той цене, которая обещается. Как можно будет одним инвесторам остаться, а другим зафиксировать прибыль? Вадим, смотрите, достаточно просто. Так как я уже говорил, что мы разрабатываем максимально простой объект, максимально flexible, вылетело слово из головы, гибкий, максимально гибкий механизм для инвестиций в недвижимость, то после того, как объект недвижимости будет зафинансирован на стадии строительства в секции construction, он появится и будет возможность инвестировать в него, когда он уже будет приносить доход на маркетплейсе. Если же застройщик продаст этот объект недвижимости раньше, чем он профинансируется на маркетплейсе целиком, тогда ни у кого не будет возможности, понятное дело, скажем так, перевести свои токены в аренду. Но пока он находится на маркетплейсе и пока он финансируется на маркетплейсе, может произойти такое, что те токены, которые вы конвертируете непосредственно, там, например, вы инвестируете 10 тысяч евро или долларов, вы конвертируете 5 тысяч в токены, которые приносят аренду, и 5 тысяч токенов оставляете в стройке.
Все, вы теперь можете дождаться до того момента, пока полностью на маркетплейсе соберется недостающее количество денег, потому что это все будет конвертироваться в эквиваленте. И тогда вы получите, соответственно, прибыль на ту вашу часть, которую вы оставили недоинвестированной. И мы просто видим со своей стороны, что есть люди, которым не интересно инвестировать в стройку, им интересно инвестировать только в доходную недвижимость. А есть люди, которые наоборот, которые хотят инвестировать в стройку. Это абсолютно два разные портрета аудитории. И, соответственно, я уверен, что будет спрос и на тот продукты. Поэтому вот такой вот механизм мы закладываем. Но, разумеется, вы правильно сказали, что если объект недвижимости продастся до того момента, как, например, закончится строительство, либо же после того, как уже он будет размещен на маркетплейсе, но не собрано полностью достаточное количество денег, то да, разумеется, он будет продан, и, соответственно, вы все получите свою прибыль и не сможете получать доход тогда на него. Это 100% правильно. Так, не совсем понял. Годовая доходность Дуклей 8% на 3 года. А потом что, полностью выход из сделки или можно дальше получать доход от аренды? Олег, здесь на самом деле достаточно все просто. Это гарантированная доходность, которую Дуклей говорят, что они 100% заплатят в течение 3 лет. А дальше уже будет гибкая арендная доходность в зависимости от того, как объект недвижимости заполняется, в зависимости от того, как объект недвижимости, скажем так, сдается в аренду, и, следовательно, это будет уже ваш собственный выбор, оставаться в этой инвестиции или же... Да, Маша, вот хочешь что-то ответить. Позвольте чуть-чуть добавить... Была такая фраза, Дукли говорят, что они дают 8%. Я бы сказала, что Дукли гарантируют. Мы подписываем нотариальный договор, в котором конкретно прописывается сумма, которая равна эквиваленту 8%. Это очень важно. А потом, конечно же, это только ваш выбор. Вы всегда можете остаться дальше с нами. Мы потом будем сдавать по распределению дохода между управляющей компанией и владельцем. А всегда можно перепродать и войти в наши новые проекты, которые мы обязательно будем делать с командой Binarix. И Олег может вам рассказать, как легко потом перепродать назад свои токены, которые вы приобрели. И почему вообще такой, скажем так, весомый бренд пошел в подобную историю, потому что это значительно повышает ликвидность. Теперь у вас и объем инвестиций значительно снизился, это стало гораздо более, скажем так, подъемно. Во-вторых, вы не должны ждать, когда будет продаваться целиком вся эта недвижимость, вы всегда можете получить свой доход с сдачи в аренду, а потом легко с помощью пары кликов из этого выйти и войти в новые проекты, которые команда Binarix будет размещать, и я уверена, что у нас с этим проектом это только начало, и потом все больше и больше листингов от Дукли будет на платформе. Ребят, решено. Маша ведет следующие вебинары без моего участия. В принципе, она уже хорошо разбирается во всем и может делать это самостоятельно. А я в этот момент буду видеть, наверное, третий сон, и команда будет все делать самостоятельно. Это здорово, на самом деле. Маша, спасибо большое за то, что помогла мне ответить и объяснила с вашей стороны, как это работает. Это здорово, я считаю, это тоже как бы уникальная возможность. Как вы знаете, что у нас сейчас на платформе есть два типа объектов недвижимости. Первые, которые приносят гарантированный доход, там, где управляющая компания подписывает контракт либо на год, на два, на три, вот как, например, с Дуклей на 3 года, с другими управляющими компаниями, это Bali Invest, например, у нас это все на 1 год с гарантированной доходностью. И есть весна, которая имеет вот как раз-таки гибкую доходность, и, следовательно, там постоянно меняется в зависимости от заполняемости объекта недвижимости доходность. Так, Вадим пишет, ну что, удачи нам, спасибо за ответ и эфир. Вадим, спасибо большое за ваши сообщения. Друзья, осталось всего-навсего 1 минута перед тем, как начнется сейл, и каждый из вас может купить Дуклей объект недвижимости, и поэтому... Я предлагаю заканчивать наш вебинар, чтобы вы со спокойной душой, не отвлекаясь на
то, что я говорю на заднем фоне, смогли сделать свою инвестицию. Поэтому желаю всем удачных инвестиций, желаю всем удачного дня и спасибо большое за то, что уделили время и пришли на сегодняшнюю нашу презентацию. Маша, тебе пару слов. Большое спасибо за предоставленную возможность поучаствовать в вебинаре. И всем хочу сказать только одно. До встречи в солнечной Черногории. Класс. Спасибо большое. Спасибо большое, Маша. И, друзья, увидимся с вами на следующих вебинарах. Делайте ваши инвестиции, потому что уже возможность такая открыта. Всем удачи и хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока.